Так, всем привет. Всем привет. Начинаю свой дневник. Тихо, тихо, не падай. Уже 12 дня. Я, как всегда, в мастерской. Еще мы с девочками с утра съездили в кафе. Выпили кофе, обмыли мою машину. Вот, съездила за материалом, отправила посылку. Сейчас буду делать розовый бант, который еще был заказан в субботу. Я один сделала, у меня еще два розовых банта. Вот. Буду противаты. Так, сейчас я сниму видео, где я покажу, как доезжают крылья, в каком они состоянии. У меня вернулась посылка, возврат посылки. Честно, не пойму, никто за нее не писал. Но иногда такое бывает. Сейчас я их разверну и посмотрите, в каком они состоянии. Кстати, посылка была отправлена 26.09. Сейчас у нас 6 февраля. То есть, представляете, она была отправлена в Америку, штат Техас, город Сан-Антонио. Буду искать этого покупателя. По какой-то причине он не забрал. Смотрим. Да, конечно, крылья слегка помялись, но в целом, смотрите, они разровняются, повесятся, руками разравниваете, вешаете, так, ручками поправляете. Буквально на ночь, на дверь или же просто на положить, и крылья как новые. Вот так. Так, я уже... Второй раз приехала за материалом. Мне сначала дали слишком фиолетовый материал. У меня розовый бант. А мне прям дали фиолетовый. А я не глянула. Ну, он и на фотографиях был как розово-фиолетовый. А в реале он просто фиолетовый. И теперь у меня дали вот... Ну, видите, да? И там какой-то с розовинкой, с фиолетовинкой. И вот, а это настоящий цвет. Ну, они как бы по цветовой гамме различаются, но... Короче. Нужно максимально, чтобы был похоже. Ой, как, что бы я делала без машины? Я бы Сережу замахала бы. Жду. Материал отрезают у меня. Я не знаю, это какой-то анекдот. Вот смотрите. Я уже замахалась. Так, это такого цвета у меня бант. Так. Мне сначала вынесли этот и этот материал. Ну, похоже, да? Ну, вот там, плюс-минус. Ну, там еще, конечно. Все, я заказала более фиолетовый. Вот этот более яркий. Заказала, они мне отрезают. Потом он мне приносит. Вот такой? Нет, где? Брешу. Нет, это вот так он мне вынес. Потом он мне приносит вот этот цвет. Он есть. Да, здесь чуть-чуть разница. Так этот цвет у них есть вообще в наличии. Представьте себе. Ай, блин. Ну ладно уже. Ну, Марокко. Ну так работаю. С теми цветами это просто жесть.
пусть почти не было людей. Фух. Ой, топаю домой. Время 20:30. Я налепила на ночь тейпы. И реально крутая штука. Я еще до войны их лепила, но потом забыла. Это опять купила их. Ну, то есть они держат мышцы. Оно, конечно, страшно. Так. Они держат мышцы, и вот этот моя морщина на лбу, ну, она реально утром уходит. Здесь крем против морщин впитывается. Ой, буду работать. Там посылки на склад пришли. До завтра.